Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. Отличная погода. В самый раз для работы в саду.
Работа идет хорошо. К понедельнику закончу. Эй, мама! Осторожней, ты меня с ног собьешь. Сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль? Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду. Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Еще как удалось. Осталось обдумать пару деталей, и можно демонстрировать чертежи клиенту. У меня 1000 срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Конечно, с радостью. Дверца вечно заедает. Дерни как следует. Сервиз подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно, меньше всего. Я хотел бы поссориться с твоей мамой. Свободен, как ветер. Эй, 5 минут, не больше. Потом пора за стол, твои друзья вот-вот придут. Ладно, сейчас придем, мам. Кто будет первым? Меня! Нет, я первый! Меня. Тише, дети, оба успеете. Ладно, Джейсон, вертолет так вертолет. Ладно, Шон, готовься. Поехали! Ну давай, пап, ты же да, у нас силач. Да, где твои мускулы? Цепляйся крепче. Тебе не уйти от меня. Пришло время.
расплаты, негодяй. Ха! Сдавайся, слабак! Твой час пробил. Ха-ха! Думать жизнь! Ну все, я победитель! Давай! Вперед, вперед! Тебе не победить! Да. Прощайся с жизнью! Быстренько! Давай! Ну, Джейсон, давай! Ну, нет! Моя жизнь пришел. За стол, дети. Идите есть. Шон, иди обедать. Сейчас приведу. Шон? Ты что? Это Мерлин. Он умер. И во всем я виноват. Ну что ты, Шон? Конечно, в этом нет твоей вины. Я бы все отдал, чтобы он снова ожил. Знаешь, Шон, есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, пап. Нечестно. Конечно. Конечно. Пойдем, верно, Джейсон? Идем, милый. Джейсон! 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 Джейсон, лучше не отходи от меня, понимаешь? Магазине легко потерять. Папочка, купи шарик. Мне так хочется шарик. Ну же, папа, купи. Ладно, давай купим шарик. Ура! Эй, малыш, как тебя зовут? Джейсон. Какой шар тебе дать, Джейсон? Красный. На, держи. С вас $2, сэр. Джейсон, подожди. Подожди, папу, сынок. Народу очень много.
Столько народу, ботинки никак не померяешь. Где Джейсон? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, а он испарился. Испарился? Что значит испарился? Стой здесь. Я найду его. Сейчас вернусь. Джейсон! Скорей, надо спуститься по лестнице, пока я не потерял его в толпе. Джейсон! Джейсон!
Может, ты хочешь поужинать? Да нет, я пока не голодный. В эти выходные Шон остается у Грейс. Ко мне он приезжает с неохотой и всегда торопится вернуться к маме. Шон не сделал уроки. Время еще есть. Потом займемся уроками. Темнеет. Надо включить свет. Шон, пора бы взяться за уроки. Ну, пап, я хочу еще посмотреть телек. Потом сделаю, ладно? Ладно, займемся ими позже. Похоже, ты простыл. Посмотрим, нет ли у меня лекарства. Пап, зачем ты выключил? Я смотрю это шоу. Включи его, пап. Ладно, ладно, извини. Thank you.
Родители вернулись из церкви, но детей уже не было. Они искали и звали их, рыдали и молились, но все было тщетно. Их не нашли. Вот, выпей это. Сразу полегчает. Спасибо, пап. Шон, не хочешь поговорить? О чем бы это? Не знаю, о тебе, о друзьях. Как идут дела? Все нормально. Может, ты хочешь поужинать? О, да, страшно хочу есть. Ладно, посмотрим, что можно съесть. Разогрею, позову. Иди есть, Шон. Еда готова. Я иду. Эй, пап, ты умеешь жонглировать? Давненько я не пробовал. А ты можешь меня научить? Ладно, если хочешь, покажу. Thank you.
Не хочешь немножко поиграть со мной? Лучше телек посмотрю. Как дела в школе? Учитель добрый? Да нормальный, пап. Идем, Шон. Пора спать. Я не устал. Можно подольше посидеть? Ладно, сегодня можешь лечь попозже. Вот только маме лучше не говори, ладно? Идем, Шон. Пора спать. Я не устал. Можно подольше посидеть? Ты же сам знаешь, что это неразумно. Завтра в школу. Тебе надо выспаться. Ну, хорошо. Ложусь. Ты пойдешь со мной? Чисти зубы, надевай пижаму. Я приду. Спокойной ночи. Мишка, я потерял Мишку, папа. Ты, наверное, забыл его где-то в доме. Не знаешь, где он может быть? Не помню. Папа, я всегда с ним сплю. Хорошо, пойду посмотрю, может, он найдется. Идет? Thank you.
Спасибо, пап. Спокойной ночи. Ага. Пап. Да? Ты что такой грустный? Мне просто нужно время, Шон. И все у нас будет как прежде. Знаешь, пап, ты не виноват, что Джейсон умер. Спокойной ночи.